Увеличить свои вложения в 7 раз всего за одну неделю – это реально! С помощью новой услуги сайта спортивных прогнозов goldprognoz.ru «Большая семерка». Переходите на сайт, смотрите описание в соответствующем разделе и выигрывайте вместе с нами. В дриблинге налево Захови, а передача где? А передача ему и не требуется, он все делает сам. На вынос Матич и удар. Удар не получился. Ой, своевременно, здорово сыграл Джуниор на лидера атак своей команды, на Захови. Да, стянул на себя трех защитников. Седьмой номер Бенхаим. Ничего страшного. Сеск и Испечок. Ничего себе. Представляете, зашел. Чуть не первый угловой Челси в матче. Вильям. Ох, как опасно, штанга! И мяч в воротах с добивания Оска. Нет, какого Оска? Гарри Кейхела. Слушайте, но навострился Челси, забил, что называется, с игры, с каких-то открытых положений. А вот, пожалуйста, стандартик. Красавец, конечно, Райкович достал мертвый абсолютно мяч после удара все того же Кейхела. А тот не еще и за эпизод не выключается. Тут же шажочек вперед. Вот, а что касается Маккаби, то... Нужно, наверное, перестать бояться. Уж больно, мне кажется, зажаты, скованы футболисты. Отсюда огромное количество брака. Вперед, прикрывая корпусом мяч для своей левой ноги. Передача на Азара. А теперь Вильян. Вильян. Аспиликуэта. Подача. Прыгает. Хорошо, никому по голове не пробил. Да, не дотянулся просто. Или досад. Ну, опять же, вот какой караул с выходом из обороны в атаку. Ну, элементарно точных передач не могут парочку подряд сделать израильтяне. Тут же мяч уже внутри их штрафной. И удар Оскара. И вот так они играют. Но отнюдь это не значит, что... Совсем никаких шансов нету Маккаби. Вот, пожалуйста, хотя бы вот эта ситуация. Крайний защитник Доса делает передачу в центральную зону. Но до удара дело не доходит. Вот только сейчас. И... Очень даже хитрая подача. Такая по траектории. Красная карточка, Таубенхаим. Откуда она? Сверкнули, по-моему, таким же красным цветом, как цвет карточки. Глаза абсолютно неумолим. Ой-ой-ой. Я понял. Понятно. Рукой сначала. Теперь мы уже, наверное, в этом не разберемся. Эдена Азара. Классный прострел. И снова Райкович. Посмотрите, что вытворяет парень. Отнимает у него мяч. Рикан, длинная передача. И вот, пожалуйста, Джон Терри, догоняй. Рано Захови. И время спасти. Внимание, оказывается, как все стремительно. На одни, на другие ворота. Идут атакующие волны. Ран Захови. Я говорил про его результативность и в квалификации Лиги Чемпионов, и в чемпионате Израиля. В трех последних матчах этот футболистский Маккаби Александр Уваров Лиги Чемпионов 2008 года не был. Он был участником чемпионата мира в составе сборной СССР. На 73-й минуте собирается пробить. И Райковича бьет здорово и попадает идеально Вильян. Просто как по заказу кладет мяч. Да, попадает просто классно. 2-0. И вот
так уже, наверное, очень похоже на то, что чем в полете голеностопом пытался сыграть, оставить мяч партнером. Ну, в общем, слишком витиевато. Это подача Рахмана, 3-0. Баба Рахман, голевая передача, а Оскар... достижениях, что даже один из тех, у кого жена буквально на сносях, ждет ребенка со дня на день, летит с нами и не хочет ничего слышать, хочет быть вместе с командой. Я так подозреваю, что это как раз-таки Оскар, который сейчас, так забив под маечку, быстро мячик засунул. И Куртзума! Как не держали его, чуть не двое-трое соперников, он все равно пробил. Он выпрыгнул и кивнул. Очень добивает Макаби в этом групповом турнире. И остается еще домашний матч против Порту. Домашний матч против Порту, в котором в том числе решится, кто же займет первое место группы.